Мы находимся с вами на известном клубничном поле Института садоводства. Это город Видное, Расторгуево, бывшее поселение Булатниковское. Чудесным образом недавно это поле вдруг тоже стало землями колхоза имени Владимира Ильича, что с точки зрения физики вообще мало поддается осознанию, потому что колхоз имени Владимира Ильича находился совершенно в другом поселении, в поселении Горки-Ленинские, которые находятся от нас в километрах в 20, вокруг деревни Горки. И чудесным образом жители города Видное и Ленинского округа узнали о том, что земли так называемого бывшего колхоза имени Владимира Ильича стали появляться внезапно по всему Ленинскому округу. Как это произошло, жителям было совершенно непонятно, потому что абсолютно непонятная для них ситуация, когда буквально во дворах, на бывших полях, которые никак не относились к колхозу имени Владимира Ильича, вдруг появились эти так называемые паи, которые потом были переоформлены, соответственно, уже под другое назначение. И таким образом нам пришлось провести маленькое расследование активистами округа, в результате которого мы выяснили, что известный, достаточно известный в области и в Союзе колхоз имени Владимира Ильича, который фактически был уже ликвидирован в 2009 году, его земли отошли одной известной компании, которая занималась скупками земель колхозов и совхозов в 90-е и 2000-е годы. И, ну, как известно, действительно, они скупили земли этого колхоза, все 600 паев, и была организована передача этого пая в фонд, уставный фонд одного из предприятий, и потом эта земля была разделена на участки и превращена уже в другое назначение и продана. Но чудесным образом после этого снова возникли так называемые паи колхозников колхоза имени Владимира Ильича. И возникли они так, что мы даже не смогли сначала понять, как это произошло. Совершенно случайно жители заметили вырубку одного из лесных массивов в Горках Ленинских. И когда мы стали смотреть, как же так, лес, который сажали жители 55 лет назад своими руками, вдруг стал землями колхоза и началась вырубка. И когда мы посмотрели под основу, получилось так, что этот лес был поставлен точно так же по вот этим уже несуществующим паям колхоза имени Владимира Ильича Ленина и потом превратился по назначению под жилую застройку. Это произошло в 2018 году. А в 2019 году по неким решениям суда, Видновского суда, одной судьи, известной Кравченко, количество засиленных так называемых этих паев колхоза имени Владимира Ильича превысило разумные пределы. И в 2019 и 2020 году эти кусочки земли стали появляться буквально по всему городскому округу. Этот беспредел творится фактически уже 2 года. Обращение граждан в прокуратуру, в органы правоохранительные не приводят буквально никаким результатам. Но нам стало известно, что еще в 2017 году было заведено уголовное дело как раз по незаконной постановке на кадастровый учет паев колхозников имени вот этого колхоза имени Владимира Ильича. У нас есть выписка из этого дела, и там эта вся схема фактически проявилась. То есть некоторые мошенники, которые имели доступ в Росреестре к базам, поставили на незаконный кадастровый учет несуществующие к тому времени паи колхозников. И дальше уже понеслась вот эта вот ситуация с, как мы считаем, незаконной постановкой данных паев по всему Ленинскому округу. Сейчас активисты пытаются добиться в рамках обжалования решений в прокуратуре Московской области принять решение прокуратуры о выходе с иском об отмене этих регистраций, возвращении земель в неразграниченную государственную собственность и возбуждении дополнительно уголовных дел к тем лицам, которые стали причастными к сложившейся ситуации. Я надеюсь, ни у кого не осталось иллюзий, что по всей области схема работает примерно одинаково, что незаконно, вот совершенно, ну, вы все видели, слышали сами, как это происходит, переводятся земли под застройку, хоть нам и губернатор обещает и говорит, что леса будем сохранять, будем их
оберегать, облекать их в какой-то определенный статус. В итоге мы на деле видим совершенно другие вещи, что леса вырубаются, земли переводятся, и всем, собственно, плевать на жителей, на природу, на экологию и на судьбу того, что здесь будет происходить. И на комфорт, кстати, проживания тех же самых людей на этих землях. Как они будут общаться с соседями, как они будут ездить по этим узким дорогам, куда они будут девать эти канализационные стоки, всем плевать. Главное напилить, продать и уйти. Вот, собственно, основная повестка. Поэтому мы категорически против этого, мы будем всячески этому препятствовать, освещать. И я уверен, что прокуратура, которая уже заявила это дело, до конца его доведет, и земли вернутся своему законному владельцу, и эта мошенническая схема не произойдет. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии к этому видео, обязательно донатьте, чтобы эти видео выходили как можно чаще. И большое спасибо нашим спонсорам за поддержку и разделение нашей гражданской позиции. До новых встреч!